Зайцы, еж, мудрая сова и лис. Это не полный список героев спектакля, не может быть. Как остаться собой, даже если совершаешь ошибки? И что нужно сделать, чтобы их исправить? Юные актеры театра студии «Крылья» попробовали ответить на эти совсем не детские вопросы. Полная актерская самоотдача, искренние эмоции. Зрители в зале следили за происходящим на сцене с неподдельным интересом. И летай, ведь у тебя же есть пропеллер за спиной, и оранжевая кнопка на груди. Софиты погасли. И вот на сцене знакомые персонажи известной повести Экзюпери «Маленький принц». Актеры спектакля «Моя вселенная» с помощью языка тела через танец показали зрителям, как поддержка близких людей помогает пережить любые трудности. Такое количество талантливых ребят собралось в театральном центре «Жаворонки» на первом этапе фестиваля конкурса «Серебряный олень». Судьи оценили творческие способности участников в двух номинациях – «Художественное чтение» и «Театральное искусство». И победители, и лауреаты фестиваля имеют возможность стать участниками профильных смен «Артека». И буквально послезавтра мы отправляем нашу смену, 20 человек, победители и лауреаты фестиваля «Серебряный олень» прошлого года. По итогам конкурса у нас примут участие в профильной смене. Впереди еще 7 номинаций. Гала-концерт фестиваля «Серебряный олень» запланирован на начало апреля. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».